Вот сколько у нас девушек желают выйти замуж и долгие годы живут, так сказать, с этой совершенно очевидной, нормальной, природной мечтой обзавестись семьей, выйти замуж, иметь детей. И вот не дает им как-то Бог. А есть такой, например, простой рецепт, один из простых рецептов. Если видишь венчание чье-то, пойди туда, где кто-то венчается. Тому, пойди к тем, кому Бог дал радость встречи и кого Бог скрепляет узами брака, и помолись там за них. То есть поучаствуй в чужой радости. Стань в уголочке и там слышишь имена этих жениха с невестой, и радостью порадуйся с ними, порадуйся за чужую радость. Как есть такое правило, апостол Павел говорит, с радующимися радуйтесь, с плачущими плачьте. Это совершенно простые слова, которые не так легко исполнить, потому что сердце человеческое злое, и человеку гораздо легче получается с плачущими радоваться, а с радующимися плакать. Плакать от зависти, когда радуется кто-то, и радоваться от злорадства, когда плачет кто-то. Попробуй скажи, что у тебя этого нет. Может быть, не так явно оно у каждого человека. Можно быть совсем уж злодеем, чтобы хохотать возле чужих слез. Такого нет. Но есть некая тайная радость от чужих несчастий. Человеку хочется возвысить себя на фоне чужой беды. Человеку хочется как бы почувствовать, что у меня еще не так все плохо, у этих хуже. Слава тебе, Господи. Как доктор в анекдоте. Слава Богу, и что слава Богу, что у меня такого нет. Больного проверяют, понимаете? Поэтому простейшие законы Божии, они тяжелейшим, может быть, образом исполняются, потому что человек заражен и прокажен, человек болен, у человека больное сердце. И самые простые вещи человеку даются с большим трудом. И вот одна из таких простых вещей – это с радующимися радоваться. Я вас призываю к тому, чтобы вы не приходили мимо чужих венчаний, в особенности не женатые, не замужние, чтобы вы, те, кто желает, конечно, в брак вступить, чтобы вы подключали свою душу к чужому торжеству, молились Богу о них, стояли где-нибудь, повторяю, в уголочке. И не без зависти, конечно. Конечно, не без зависти. Куда вы денежку, эту паршивую зависть? Но все равно. Но все-таки с радостью за чужое счастье просили Господа Бога, чтобы эти люди, которых вы не знаете, которые под венцами стоят, чтобы они были верные друг другу, чтобы они долго жили, чтобы Господь дал им полную чашу в доме, чтобы они не разошлись, не рассорились, не изменили друг другу, чтобы у них дети здоровые рождались. Вот от сердца попросить за кого-то, попросить кому-то счастья. Как блаженная Ксения всю жизнь провела свою вот в этом занятии. Она потеряла любимого мужа, детей не родила, не успела родить, значит, мужа потеряла, и осталась как перст одна. И стала молиться Богу за него, потом за всех. И сегодня мы знаем, что она вымаливает людям, в особенности, семейные блага и такое житейское счастье. Там мужа, детей, квартиру, работу, здоровье, примирение с вздорными сродниками. То есть вымаливает людям то счастье житейское, которого сама была напрочь лишена. Это великая такая, знаете, благодать такая. И вот так надо поступать. Вот если человек поймет этот простой совет, распространит свое сердце, будет молиться о чужом счастье, я вас уверяю, вы умножаете стократно шансы самому быть счастливым. Потому что человек обычно, он эгоистично думает только о себе. Я вот вам говорил в прошлый раз, что многие приходят в церковь не для того, чтобы помолиться со всеми вместе, а чтобы самому помолиться, независимо от того, кто здесь еще есть. Это особенно видно на поцеловании икон, когда готовятся дары святые. Вот закрываю, мы вроде молимся, пока литургия идет, вроде мы все вместе молимся. Стоит закрыться царским вратом, священник не может сразу вынести вам причастие. Священник там должен причаститься сам. Дьякона причастить, потом подробить святые дары, приготовить их, в чашу сложить, все. Это нужно там минут 7-8, там сколько даже. И как только царские врата закрылись, хор пропел какую-то стихию, начинает читаться молитвы причащения чтецом, и тут начинается какое-то брожение. Ходят, начинают куда-то ходить, бродить туда-сюда, все вдруг вспоминают, что надо икону поцеловать. Как будто вспомнили, значит, идут к иконе в очередь, свечки жгут. Нет, чтобы постоять, собраться с мыслями, всем вместе здесь, вот как раз никуда не расходясь, не разбредаясь. Как где стоял, там и стоял. Если причащаться готовишься, значит, собирайся с мыслями, слушай, что чтец читает, потому что читает молитвы к причащению. И вот стой на месте и готовься к вынесению чаши. Сейчас врата откроются, уже скоро и выйдет священник, скажет со страхом Божиим и верой приступить. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не чувствуем себя как церковное тело. Мы не чувствуем себя как 5 пальцев на ладони, в одной ладошке. Мы чувствуем, что каждый сам по себе. Хочу туда побреду, хочу сюда прибреду, хочу отсюда туда уйду, хочу здесь опять сюда постою, там посижу, там где-то поздороваюсь, с кем-то поморгаюсь, там пошушукаю с кем-то. Это полное отсутствие церковного организма, так сказать,
отсутствие чувства тела. Это не только здесь, это везде так. Это нужно кол тесать на голове людям, чтобы они поняли, что они в церкви вместе. Что это церковь, а не, так сказать, каждый сам по себе и каждый сам за себя. И из-за этого бытового, повседневного, в том числе и духовного, молитвенного эгоизма, мы вообще почти не молимся друг за друга. Ну, конечно, записки пишут. А так, чтобы мы сердце свое, так сказать, подергали, чтобы нам сердцу больно стало, и мы с болью сердца за кого-то помолились, это бывает очень нечасто, далеко не у каждого. И вот когда вы видите чужую радость, радуйтесь с радующимся. Соответственно, по аналогии, когда видите чужую скорбь, с плачущими учитесь плакать.